Одной из ключевых гибридных угроз сегодня является сложная обстановка на нашей государственной границе. Польша и Литва целенаправленно обвиняют Беларусь в якобы искусственном создании миграционного кризиса. При этом проводят спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека. Я это говорю для того, чтобы немцы наконец-то проснулись с французами, да и англичанами, другими странами, и посмотрели, что происходит с этими мигрантами в Польше и Литве. Они демонстрируют везде, что они якобы их содержат в определенных местах, в лагерях. А на самом деле это только пересыльные пункты. Они специально выпускают из лагерей этих людей, понимая, что они пришли не в Польшу и не в Литву, точно так, как в Беларусь. Они пришли и идут дальше. Они идут в Германию, они идут в более теплые, как они говорят, страны. Поляки и литовцы, это понимая, их потихоньку выпускают из лагерей. И немцы уже тысячами их задерживают у себя на территории. Мы обладаем этими данными, но прежде всего вы обладаете и меня информируете. Мы перепроверяли через несколько источников. Это действительно так. Так вот, пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов. По нашим данным, там гибнут люди, и численность погибших в разы превышает публичные заявления польских и литовских политиков. Несмотря на хваленую европейскую свободу слова к информации о реальной обстановке, средства массовой информации с их стороны не допускаются.